Раньше родители с малышами приходили сюда только покормить голубей. С тех пор в сквере авиаконструкторов появилась детская площадка. Ребята сразу оценили горку и лесенки. Для Алины это теперь любимое место для прогулок. Каждый день приходит сюда с мамой и младшей сестрой. Меня сестренка зовут Юля, и я в ней катаюсь на качельках с горки. За ручку. Игровая площадка в сквере – спасение для местных мам и пап. Теперь, чтобы погулять с детьми, не нужно далеко ходить. Ребята играют, веселятся, находят новых друзей в нескольких шагах от дома. Родители признаются, на душе стало спокойнее. То, что рядышком, очень хорошо. В деток можно и переодеть, если они промокнут, устанут. И до дома быстро дойти. С просьбой установить в сквере детскую площадку жители Безымянки обратились в администрацию Советского района и к кандидатам в райсоветы в прошлом году во время предвыборной кампании. Власти на обращение откликнулись. Жители признаются, добиться результатов им помогли активность и неравнодушие. Под лежачий камень вода не течет. Если не просишь, тебе никто ничего не даст. Не для меня это нужно, для всех, для нас. Надо везде быть инициативными, самим. Если не идет гора, то Магомед идет в горе. Жители Безымянки уверены, теперь, когда здесь появилась детская площадка, сквер авиаконструкторов никогда не будет пустовать. Ольга Морозова, Алина Чемерис, Станислав Левин. События.